У меня были вот такие вот цветочки искусственные. И я поставила их в вазочку. Мне кажется, очень красиво получилось. Будут вот тут стоять. Я жарю картошечку, и мы сейчас будем жарить шашлыки. Видишь, что расхулит? Просто не хочется. Нифига себе, не стреляют. Палки. Бабушка, кстати, сделала какой-то навес, Маш. Зачем? А ей не понравилось. Ну, вот такой навес, чтобы качели от солнца, от дождя. Так это выглядит. Разжигаем мангал. Будем делать шашлыки. Да, Рич? Угли наши готовы. Кстати, жар такой идет. Я даже думаю, что они слишком. И вот наш шашлык. Шашлык, машлик. Да. Не бери эту лук. Потом его на тонкую решетку. Она сейчас сгорит. Сейчас жар такой. Жар хороший. Посмотри, от лука. Фиолетово. Угу. Фиолетово, маволетово. Все. Что все? Включаю камеру и буду помогать тоже класть. Или уже ладно, ты клади. Он сказал, поехали. Косилки, масилки. Жар тут прям такой. Вот еще горит даже ее в бок. Жар хороший. А вы взяли полтро? Нет. Сейчас все, да, запихнулись уже? Да, все, сейчас сюда. Народ, вы взяли полтро? Да нет, не взяли мы полтро. Мне сказал, возьми. Ну, мы забыли. Ты нас бить будешь лопочком? Да. А Даня катается на велосипеде. Кстати, так уже чуть похолодало. И комары. Комары, конечно, появились. Комары. Ну, а это надо будет тоненькую решетку, но чуть-чуть попозже. Этот большой уголь можно выкинуть. Можно запускать. Горит, давай это выкинем его. Давай. Все, вот здесь сделаем бычок. И будем запускать в космос. Так, наблюдаю, я вот буду выкладывать лук. Тут прям так. Дай лук много класть. А? Лука дофига клади. Не горит тут у нас. Наверное, в один слой лучше. Один? А потом, а может и нет, слушай, я не знаю, как она закрывается. Плотно, нет? Не ее вообще не надо переворачивать тогда. Просто положить, ну, закрыть, положить, и чтобы она так и жарилась. Иначе потом перевернешь, и все. И хана. Папа. Что? Для каких людей это сделали? Что? Так. Как? Для меня. Вот там, кстати, музыка играет. Тоже кто-то что-то, наверное, празднует. Что празднует? Не знаю, что-то празднует. Но мы-то ничего не празднуем. Мы шашлык делаем. Они, наверное, тоже делают шашлык. У нас праздник каждый день.
А вон железка, да, вчера, которую ты в прошлый раз использовал. Пошли. Вон он, комар, я его убила. А мы сейчас будем когда-то кататься? Будем. Когда? Когда мама отпустит нас с тобой. Мы самые любимые боевые. Ну что, собрались играть в бадминтон? Нормально, чтобы отбить. Тяжело. Главное, ко мне, к мангалу не подходите близко. Давай, ты сможешь. Убивай в другую сторону. А, сбил в другую сторону, ты не добежал. В этом году лучше, да, уже играет? Да, в этом году вообще отлично играет. Запах вкусно пахнет. Такой вот закат. Кстати, уже луна. Вон она. Луна. Горит, горит, надо переворачивать. В общем, не знаем мы, готовы у нас или нет, потому что косточка же внутри. Косточка, а потом мы полочку запихнем и там все приготовим. Да нет, она уже сейчас дойдет здесь. Она уже вся черная у нас. Давай воду я еще полью чуть-чуть. Еще открути. И вот так полью. А черная не откручивается. И что? Давай что-то кручу. Угли. Сейчас еще чуть-чуть. Даже так горячие угли. Ну здесь. Ну здесь вообще. Ну вот такой шашлык у нас получился. И картошку я приготовила, сейчас поставлю. Вот Маша порезала помидорки, огурчики. Ты не солила, Маш, нет? А где лук? Подсоли сверху. О, лук. Вот лучок у нас. Лучок. Лучок, сладоток. Вот такая вкусная тарелка получилась. Курочка, овощи и там еще картошечка чуть. Все, будем кушать. Всем приятного аппетита. Мы покушали и пошли с Ричкой гулять. Я еще есть хочу. Еще есть? Вот, в общем, шашлыки были вкусными. На улице, кстати, похолодало. Да. 10 градусов. 10, да? Да. Так что вот так. Днем прям тепло. Очень. А вечером... прохладненько. Зато хорошо воздух. Спокойствие. Там собаки тут какие-то лают. Рич, куда полез? На чужой участок полез. Фонари у нас уже горят.